она разъезжается и все расплывается. Это вот основная ошибка литерингистов. Надписи кто делает? Очень многие, когда покупают эти машины, они думают, что они купили сейчас только что типа вечный двигатель. Нет, ребята, это Феррари. Но двигатель у нее ни хрена не вечный. Олега Шепеленко и Дмитрия Речного. Нет, еще двое. А, у Бена Клишевского. Что-нибудь новое узнала у нас? Да. Мир перевернулся, потому что хочется обучаться в лучших. Перед тем, как попасть сюда, просмотрела кучу популярных ютуберов, передаю им привет, которые не советуют идти в школы на обучение. И говорят, что всю эту информацию они предоставляют, и можно легко обучиться на роликах. Потому что якобы они все... Ну, то есть, школа — это пустая трата времени, но на самом деле, попав в школу, понимаешь, насколько есть много нюансов, о которых тебе никто не расскажет. Начнем. Кто ютубчик насмотрелся? Я. Да? Насмотрелись? Помните, вот мастера вот так вот многие красят, вот так вот. Пытаются нормальными движениями вкрасить. Нихера не красится. Что нужно делать? Этой машиной можно писать буквы. Она для леттеринга, для изящных тонких надписей, для вот того, что я сказал, называется соль-перец. Это машина для повседневных контуров, примерно 1 мм ширины и больше. Этой машиной можно делать контура, там, которые будут там вот со след от маркера. Я еще с прошлого года пытался вообще к вам попасть, так как и топовые мастера, да еще и два преподавателя сразу. То, что вы показываете, реально, ну, нигде нету. То, что вы все секреты, все эти нюансы рассказываете, допустим, ну, не каждый, не то, что каждый, вообще никто не говорит об этом. Еще с таким опытом, как у вас, не знаю, легенды просто, и преподают. Обычно люди, которые достигли, я думаю, ну, таких высот, как вы, ну, им уже не надо как бы передавать, да и фиг с ними, да. А тут организовали вот реально такую программу, очень грамотно все организовано, я даже не ожидал, честно говоря. Мне не нравится то, что эта пищевая пленка, она не предназначена для контакта с раной. И мне не нравится именно вот это вот отсутствие вот этого кислорода. Я считаю, что это приводит к потере краски, до 30% пигмента теряется. Нет, тогда еще хотела в реализме, это точно. Сегодня я уже не знаю. Обещайте просто, что вы через 3 года бросите перманент. Я брошу его раньше. Я давно очень хотела. Я прям горела этой идеей, что я хочу, потому что... Ну вот у меня и друзья до того момента, когда я еще пошла на обучение, они уже: давай ты мне набьешь. Я говорю: я еще не умею, куда? Ну набей, чем? Как я это могу добить? Сейчас я научилась и буду на латексном коврике пробовать это все делать, оттачивать до такого результата, чтобы мне прям нравилось, потом уже им бить. Я знала, что мы тут будем целый день, что будет очень много информации, но что настолько, и все настолько новое, это прям вау. Переход цвета вот делается за счет плотной вот этой вот растяжки. Понятно? Под водой, видно вообще под каплей, все преломляется, и видно именно качество прокраса. Черный, потом темно-коричневый, потом один коричневый, третий, четвертый, пятый. Вот как он говорит, вот не выкрашиваем. Здесь люди просто делают все это одним цветом, и потом этот цвет мягко уводит там в ни во что. Там делают цветовую растяжку. Прикольно, да? Ничем, а много и эффектно, и притягивает. Я именно еще раз повторюсь, эта татуировка очень будет здорово жить спустя много-много лет. Это делается именно традиционным методом, поэтому там использованы специальные пигменты, они очень крупного помола. А вот сейчас вот, на секунду, внимание вашего, эти пигменты крупного помола очень плохо вымываются организмом. Они максимально стойкие. Тоже я себе недавно писал, у себя там в одном из постов, там такая смешная фраза американская, там типа
легко входит, легко выходит. Это не о том, что кто-то там может подумать, это про татуировку сказано было. Понимаете, да? Пигмент, который легко вносится, вот этот мелкозернистый пигмент, он очень так, точно так же легко вымывается организмом. Ну, я думала, будет легче, если честно. На самом деле все не так просто. Поэтому надо учиться. Будем тренироваться дома. Посмотрим. Пока, в общем, пока я себя так это, как сказать, эксперимент такой прям тяжеловато. Или думала, может, будет легче. Или, может быть, соль перец с акварелью. С акварелью. Ну, мне все понравилось, вообще было супер. Класс. Спасибо. Очень супер. Всем советую приезжать.